Всем привет! Вы на канале Vita Channel. Сегодня мы будем купаться с нашим маленьким пупсиком Дашей. Держи Дашу. Ее покупаем. И для того, чтобы нам было веселее купаться, да, у нас есть вот такие шарики. Да. Давай высыпем их. Да. Посыпались. Много шариков плавают в этой ванной. Полетела наша Даша. Наша Даша любит плавать. Все, Даша плавает. Да? Да. Давай тогда достанем еще наших друзей. Итак, держи. У нас сегодня Пеппа и Джордж с нами еще будут купаться. Пи-пи. Привет, Вита. Привет. Ну давай. К Даше их. Вы. Нет, мы их здесь посадим. Пусть сидят и наблюдают за нами. Да? Да. Или они тоже будут купаться? Да. Вот так. Замечательно. Все плавают. Все чистые будут. Все в шариках. Да. Вита нашла шарик синего цвета. Такого, как Джордж. Как костюмчик у Джорджа. Да. Ой, купальник спадает. Как так? Да. Как это он так спадает? И такой шарик, как Пеппа. Правда, шарик розовый, а Пеппа красная. Немножечко. Ну, они похожи, да? Да. Итак, мы всех положили купаться. Да. И еще у нас сегодня будет рыбалка. Да. Вот наша удочка. Да. Вот такая вот. Держи удочку. И у нас есть 5 замечательных рыбок, которые будут плавать среди шариков. И их надо будет словить. Давай мы их кинем. Вот, везде кинули. А теперь надо их ловить. Давай. Получится или нет? Ой. Спадает. Ой. Ну что, давай ловить рыбок? Ой. Где наша удочка? Уже потеряли удочку. Вот она у нас плавает. Давай мама попробует. Нет? Сама? Да. Ну давай ты лови рыбок. Ой. У нас же сегодня рыбалка с Пеппой и с Джорджем. И, конечно же, с нашим пупсиком Дашей. Ой. Ну что? У нас будет сегодня на ужин рыбка? Да. Ура! Мы словили рыбу! Давай! Давай, вот наша желтую рыбу словили. Сегодня приготовим на ужин Витин улов. И будем кушать рыбу. Давай еще ловить. А то нас много, а рыбку только одну поймали. Надо же еще и папу накормить. Давай ловить, ловить еще. Ура! Вторая рыбка! Давай! Ой! Не могу словить. Вот наша вторая рыбка. Теперь у нас 2 рыбки. Ну, теперь мы точно голодными не останемся. Где еще наши рыбки? Ой. Мокро?
В воде мокро. Да. Ну что, где еще наши рыбки? Итак, давай искать. Вон есть зеленая рыбка. Давай ее ловить. И рядом еще одна фиолетовая лежит. Давай. Не даются нам рыбки. Так, мы две нашли, и где-то у нас еще одна плавает. Где же она? Вон зеленая. А Вита тем временем словила третью рыбку нам на ужин. Ура! Вот три рыбы. Четвертую будем ловить? Да. Где же нашу? Какую будем ловить? Показывай. Зеленую, да? Да. Ну, давай зеленую. Ага, Вита решила схитрить. Она вот так вот по-хитрому. Ой, рыбка у меня упала. Вот. Четыре рыбки теперь у нас. Осталось словить последнюю. Где же наша рыбка? Даша, ты нашу рыбку не видела? Даш, видела нашу рыбку? Видела, видела, видела. Давайте покажу. Ой, а Вита тем временем уже словила пятую рыбку. Давай, пятую рыбку. Мы нашу пятую рыбку забрали. Да. А теперь... Надо идти готовить ее на ужин? Да. Ну, мы тогда пошли готовить. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Vita Channel. Да. Всем пока. Да.